находимся за кулисами в уникальном здании. Это Московская филармония, зал Чайковского, который отмечает сегодня юбилей, 75 лет, место моей работы. Ровно 20 лет назад, я это выяснил сегодня, это просто какое-то совпадение невероятное. С самолета, просто корабля на бал из Амстердама, завтра Якутск. Но тем не менее, я не мог здесь не быть, потому что это место моей работы. Начнем с того, Московская филармония, во-вторых, юбилей зала. И ровно 20 лет назад был уникальный случай, когда я был студентом первого курса Московской консерватории. Мне позвонили, сказали, что заболел один пианист, и через 3 дня мне нужно сыграть вариации на тему Паганини Лютославского. Ну, я взялся за это сумасшествие в хорошем смысле слова, выучил эти вариации, сыграл довольно-таки неплохо на сцене, после чего мне предложили стать солистом Московской филармонии. И с этого момента началось наше творческое общение с этой организацией, с этим залом потрясающим. У меня было очень много знаковых концертов. И сегодня, на мой взгляд, потрясающая программа, такая рафинированная, я бы сказал, камерная программа с камерным оркестром «Виртуозы Москвы», маэстро Владимиром Спиваковым и целой плеядой лауреатов конкурса Чайковского разных абсолютно лет, в том числе и последнего, конечно, потому что не стихли еще эмоции летних баталий. Вот, но мы завершаем концерт с молодым поколением, которые, уверен, в скором времени будут лауреатами конкурса Чайковского и вообще гордостью нашей фортепианной школы. Это Александр Малафеев, Варвара Кутузова, с которой мы пообщаемся позже. Вот, сегодня мы здесь видим целый ряд, целую плеяду замечательных музыкантов. Григорий Ковалевский, например, вот потрясающий контрабасист, друг нашей команды и просто член нашей команды, я бы сказал, потому что это легенда, легендарный человек, народный артист России, контрабасист и директор уникального коллектива «Виртуозы Москвы». Как поживаете? Прекрасно. Когда я вас вижу, Денис, у меня хорошее настроение. Наш человек. Пойдемте посмотрим, кто еще здесь есть. Юлиан Макаров. Замечательный друг, потрясающий человек, который ведет передачу в главной роли. И вообще много у нас чего уже связано за последнее время. Я рад, что ты вошел в эту концертную жизнь Москвы очень гибко, плавно, и как будто так всегда и было. А Казань какая? Казань была потрясающая. Как ты поживаешь? Да, на душе светло. Так же светло, как утро поверившего в себя человека. Все замечательно. Ты заразил меня своим оптимизмом. Сегодня знаковый день. Сборная России. 2-0 выигрывает. Второй тайм. Еще 28 минут, и мы на Евро. На Евро во Франции. Да, продолжай, извини. Все остальное отходит на второй план. Это правда. Две скрипки Страдивари, которые сейчас во втором отделении концерта, будут блистать в руках Владимира Теодоровича и Клары Джумикан. И три рояля. Три рояля. Это крайне редкие события, насколько я понимаю. Ну и мы попробуем сделать так, чтобы эта сцена провалилась в конце концов сегодня. В хорошем смысле слова. Конечно. Спасибо тебе большое. Антон Шалашов, привет. Да. Здрасте. Сегодня фантастический концерт. Вот, да, говори. Да-да-да. Юбилей концертного зала Чайковского. Да, Антон, мы очень рад, что Денис с командой. Представитель Московской филармонии Антон Шалашов, наш товарищ и друг, который много чего делает хорошего. В частности, сколько ты раз прыгал в Байкал? Ну, раз 15 я там был. Давай я маленькую преамбулу скажу. Давай. Летим мы с Валерием Абисаловичем в самолете из Санкт-Петербурга в Москву. И я как раз говорю, Валерий Абисалович, один замечательный, маститый пианист попросился ко мне в гости в друзья на Facebook. Говорю, это Александр Малафеев. Он говорит, нет, это Александр Дмитриевич Малафеев. Да, он его так называет. Да, у нас сегодня в команде «Спартак» замена. Вместо Валерия Гергиева, который исполнял партию фортепиано в тройном концерте Моцарта, выходит Варвара Кутузова. Как ты себя чувствуешь? Ну, шикарно. Спасибо, что пригласили. Ты уже играл с Варварой когда-нибудь? Футбол. Ну, футбол как-то не приходилось. Кстати, футбол играешь? Не особо. Было иногда, но не особо. Ну, вообще нужно играть. Потому что я считаю, что спортивная подготовка не менее важна, чем подготовка на фортепиано. Варвара, а ты хочешь? Футбол? Ну, какой тебе вид спорта больше всего нравится? Да, я вот хожу на физкультуру, бывает. Мы играем в футбол, ну, конечно же, я забиваю голы не тому, не той команде, которой надо. Всем по ногам пинаю. То есть ты своим забиваешь? Да. Это звонок своеобразный такой у нас в нашей филармонии, но его зато слышно отовсюду. Вот этот момент, знаете, когда
Вот эти шторы, это самый вот в свое время, самый магический момент. Достаточно посмотреть вот туда, и все как рукой снимается. Минут через 15, я думаю, мы начнем. Сегодня потрясающее сочетание солистов разных поколений. Мы эту программу сделали вместе с Владимиром Теодоровичем Спиваковым, который мастер вот такой лепить уникальные программы, разные сочетания, разные поколения. Вот, поэтому мы сегодня в очень хорошем приподнятом настроении, потому что юбилей филармонии, а завтра Якутск, где я буду исполнять впервые в жизни второй концерт Прокофьева с женщиной-дирижером. Той-той for double concerto. You feel first time for you? Play this concerto? Yeah, play with Vladimir Spivakov. This is not my first time with this concerto, but with him, yes. Oh yeah, he's incredible. Yes. His sound is like gold. Yeah. Самая красивая скрипачка на свете. One of the most beautiful princes is violin. Той-той. Thank you for coming. Hi. How are you, Dad? Very good. Good to see you. Absolutely. How are you? Очень хорошо. Барри Дуглас. Очень рад. Первая премия 86 года. First prize. Fantastic. How are you? Fantastic performance. Very good. Good nice to see you. Nice to see you. Very nice suit. I like that. Дмитрий. Да, я здесь. Как ты поживаешь? Замечательно. Прекрасно. Как тебе музицирование с победителем конкурса Чайковского и членом жюри одновременно? Превосходно. Понравилось? Да, много репетировали? Очень. Два раза. How many rehearsals we have before that? We rehearsed twice? A lot. Yeah. Two rehearsals, just us, and yes, then yes. Two and then, with the orchestra. Yes, yes. Four rehearsals. Beautiful music. Absolutely. Yeah. And the virtuoso of Moscow, fantastic. Incredible. Yes. Yeah. So light the and so the phrasing is so, the sound is so beautiful. Flexible. Yeah. Thank you for coming. Yeah, thank you. This Thanks. Guy is great. Absolutely. Good luck. Той-той. Сумасшедший. Я знаю. Thank you.
Yeah.